Казанском федеральном университете состоялась итоговая сессия 5-го форума молодых дипломатов, организованная при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации. Участники обсудили тренды современной дипломатии, рассмотрели перспективы и возможности сотрудничества на глобальном уровне в цифровой, культурной, климатической и иных сферах. Казанский федеральный университет с радостью принял в своих стенах участников форума, ведь ВУЗ дает глобальную перспективу развития для будущих специалистов в политической области. Университет ведет порядка 14 тысяч новых ребят, которые сейчас являются абитуриентами, скоро уже с 1 сентября станут студентами нашего университета. Из них где-то порядка 3,5 тысяч будут иностранцев. И наша задача, конечно, здесь адаптировать их, принять. И я думаю, они продолжат славные традиции своих предшественников. Я имею в виду революционные действия, но активно будут осваивать знания, развиваться. Университет – это место глобальное. Оно всегда немного готово на того места, где оно находится, потому что оно дает глобальную перспективу, глобальный интерес. И, конечно, мы очень рады, что университет был местом проведения мероприятий 5-го форума молодых дипломатов. Пятый глобальный форум молодых дипломатов – это площадка для открытого и свободного обмена мнениями между молодыми дипломатами со всего мира. Среди приглашенных спикеров – представители федеральных и региональных органов власти, академических и общественно-политических кругов предпринимательского общества. С видеообращением к участникам форума обратился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Уважаемые друзья, свой вклад в общую атмосферу, в общую работу по поддержанию атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене вносят и ваши встречи. Ставшие традиционными, они опираются на концепцию так называемой горизонтальной дипломатии, которая ориентирована на развитие сети площадок неформального общения молодых дипломатов, представителей власти и экспертов. Радует, что и на этот раз программа форума весьма насыщена. Особо хотел бы отметить церемонию принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов. Символично также, что ваш слет проходит параллельно с еще одним значимым мероприятием – Казанским глобальным молодежным саммитом. Такие обмены по линии молодежи мы всегда приветствуем и поддерживаем. По итогам форума был принят итоговый документ, который обозначил солидарные подходы России и ее партнеров к ключевым вопросам международной повестки дня и подтвердил приверженность молодых дипломатов выстраиванию эффективной коммуникации в целях укрепления сотрудничества между странами. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз.